Стая бездомных собак держит в страхе жителей Копейска. Люди не выпускают на улицу детей. У заброшенной стройки дома около десятка псов. И, по словам местных, они пытаются напасть на прохожих. На место съездил наш корреспондент и знает подробности. Куда вот, как выходить из дома мимо них? Вот эти одни с одной стороны, другие с другой стороны лежат. Не дай бог сейчас на кого накинуться. Эти кадры сделаны очевидцем. Снимают из окон. Выходить на улицу люди боятся. Эта стая собак держит в страхе всю округу. Мы пешком ходим мимо них. А! Ужас, ужас. Псы обитают у заброшенной стройки дома. И, по словам местных жителей, которые ходят мимо, каждый раз пытаются атаковать. Собаки у нас появились во дворе нашего дома с февраля месяца. Обитали вот первый-второй подъезд, лежали постоянно как бы это. Проходят вот сюда, получается, на территорию вот этой заброшенной стройки. Живут там, кормятся там, помойка вот рядом. А ведь недалеко от этого места школа. Родители вынуждены провожать детей на занятия и встречать. Антонина Серова говорит, псы пытаются укусить даже взрослых. На меня потому что чуть не кинулись 4 раза. Первый раз я собака выгуливала, большая толпа побежала за мной аж до подъезда с громким лаем. Они в меня чуть не вцепились, собака была на руках. И они чуть не покусали мою дочь. На нее выбежали из-под машин. Меня тогда затрясло, и с тех пор я боюсь выходить из дома. Местные жители уже обращались к депутатам и местную администрацию. Но, кажется, результата нет. Собаки продолжают гулять по округе. Люди надеются, что животных уберут до того, как они кого-нибудь растерзают.